Вітаю, Славутичан. Сьогодні ми продовжуємо вас знайомити з новообраними депутатами Славутицької міської ради. І перш ніж я представлю нашу сьогоднішню гостя, це буде саме жінка, мені хотілося б пригадати цитату Маргарет Тетчер, добре відому тим, що вона стала першою жінкою, яка очолила уряд Великобританії. Цитую, кожна жінка знайома з проблемами ведення домашнього господарства, близька до того, щоб розумітися на проблемах управління країною. Мабуть, ви вже здогадалися, що у нас в гостях сьогодні Олена Радченко. І ось що відомо про неї. Олена Радченко – політична партія «Опозиційна платформа «За життя». Рік народження – 1982. Освіта вища, заміжня, виховує двох дітей. У Славутичі проживає з 1989 року. Директорка товариства з обмеженою відповідальністю, управляюча компанія «Комфорт Плюс». Депутатка 7-го та 8-го скликань. Вітаю вас, пані Олена. Я не випадково пригадала саме цю цитату, тому що ви жінка, яка не лише розуміється на хатніх справах, а ще й очолюєте управляючу компанію і працювала в житлово-комунальній сфері. Перш ніж ми поговоримо про цю сторінку вашої біографії, хотілося б почати з питання, яке, власне, турбує кожного славутичанина і яке хочеться задати кожному, хто мав справу з депутатством, да, хто вже має досвід себе в роботі як депутата. Що вами було зроблено за період вашої попередньої каденції, кому допомогли, які питання вирішили і чим, може, маєте чим пишатися? Ну, я вам скажу так, що у нас, по большому счету, в прошлой каденції була планомерная каждодневная работа. Она выливалась в решение разных совершенно вопросов, и связанных с обращениями граждан, и связанных с коммунальной сферой. То есть это вопросы ОЖКХ. То есть мы участвовали в многих комиссиях и по тарифам, где есть выводы, что тарифы не обоснованы. Да? Это и вопросы благоустройства, и банкротства КП ОЖКХ, и по медицине, что вы тоже знаете, сколько было у нас круглых столов и заседаний. Ну, это исключает те вопросы, которые связаны просто с обращениями жителей. У кого-то где-то что-то сломалось, да, во дворе, площадка, скамейка и так далее. Где-то надо что-то дополнительно поставить или сделать освещение. И материальная помощь, любые вопросы личного характера, в том числе юридические. То есть все это планомерно решалось на протяжении 5 лет. Ну, в принципе, отчет мы за свою деятельность мы делали. Если вы смотрели, мы через интернет, через страницу Фейсбука, мы сделали с Владимиром Борисовым фактически отчет за о деятельности нашей депутатской группы «Разом» за 5 лет. Угу. Ми вже згадували про те, що ви працювали в КП ЖКЦ. Чому, власне, ви пішли звідти? Чесно вам ответить? Смотрите, у нас получилось, если вы помните, ситуация, когда мы ушли с той работы вместе с Еленой Соколовой, которая сейчас у меня фактически вместе со мной работает и занимает должность замдиректора в фирме, в нашей общей, да, вот, и является депутатом тоже горсовета. Мы, когда уходили, была очень большая эпопея по поводу повышения тарифов по услуге социальных домов придомовых территорий. Если вы помните, тогда в киноконцертном комплексе были сборы с жителями, и это все так вот было на слуху, было вот накал такой большой. Наша позиция была такая, что для того, чтобы все это сбалансировать, сделать качественно и уменьшить тариф, надо всего лишь забрать всю услугу содержания домов придомовых территорий от подрядчиков и передать ее в ЖКЦ. Только напрямую работая с КП ЖКЦ можно было бы сделать услугу, которая потом переросла из содержания домов придомовых территорий в управление, более качественной и более доступной жителям. В том числе снизила бы в некоторых моментах ее стоимость. Вот. Но, к сожалению, тогда подрядчики встали на дыбы, да, и исполком, включая Юрия Кирилловича, нас не поддержали. И нам четко дали понять о том, что вы можете собирать собрания, заключать договора на управление, все что угодно, но в любом случае подрядчики останутся. Но выбор какой стал? Либо мы остаемся, и опять же все шишки на нас, что называются, а качество от этого не поменяется, не улучшится, либо принялся закон, вступил в действие закон об особенностях управления в многоквартирном доме, и появилась услуга управления, и была возможность создать что-то свое с нуля и показать, что оно может работать, может быть качественнее и может приносить больше пользы жителям, чем то, как оно было до этого.
Поэтому мы просто собрались и ушли. Угу. На сьогодні, от на вашу думку, КП ЖКЦ, воно вже на стадії свого фінішу, чи ще має можливість якось розвиватися і вийти зі стадії банкрутства? Ну, КП ЖКЦ, по факту, это коммунальное предприятие. То есть в каком бы состоянии оно сейчас ни находилось, все равно будет поддержка, в том числе и с исполкома, в плане вытаскивания за волосы, да, самого себя, что называется. Вот. Не хочу судить, потому что я сейчас как в какой-то конкуренции нахожусь с ними, да, не хочу судить по поводу, как все происходит, как предоставляется услуга и так далее. Вы видите все жалобы, все нюансы. Но оно бы могло работать по-другому и могло бы работать эффективнее. Меня несколько удивляет теперешнее назначение директором самого подрядчика. Это вообще нонсенс. И меня удивляет то, что фактически подрядчики КП ЖКЦ, которые должны исполнять работы, которые должны отвечать за качество этих работ, они теперь с обратной стороны сами себя проверяют. Но это, соответственно, влияет на сам результат этой работы. Поэтому они еще проплывут какое-то время, что-то еще будет сложнее потом вытягивать, если будет идея у власти оставить это все в том же виде, но оно могло бы быть лучше. В тих же соцмережах, в яких ви активно, в принципі, користуєтесь і подаєте інформацію, ви вже говорили про програми, які дають можливість мешканцям якось виправити проблеми з прибудинковою територією, з благоустроєм. От, власне, познайомте мешканців чи ознайомте мешканців з цими програмами, тому що більшість пересічних містян, вони просто не знають про них і тому, ну, якось не вирішуються якісь питання, які могли б швидко вирішити. Смотрите, з регулярністю, мабуть, раз в два роки питання про домових територіях, він виникає. Виникає в зв'язку з тим, що жителі либо недовольні тим, що відбувається на їх придомовій території, либо недовольні з тарифом, який вони платять по управлінню. Да? Вот. Но если говорить вот чисто юридически, то придомовых территорий как таковых в многоквартирных домах не существует. Для того, чтобы придомовая территория получила статус придомовой территории, надо, чтобы был оформлен либо акт собственности, да, у жителей дома на эту землю, либо акт постоянного пользования. К сожалению, ну, вот так получилось, что законы прописаны таким образом, что нет такого понятия, как коллективный собственник. То есть жители, не оформляя ОСББ, то есть не оформляя юрлицо, фирму, да, они не могут оформить документы на землю. Это один нюанс. Второй нюанс в том, что в свое время, года 4, наверное, назад, институт проектно-строительный, Кривбас, они сделали замеры всех территорий, которые, ну, условно принадлежат домам. Ну, принадлежат — это не значит в собственность, это значит закреплены за ними во время строительства. Вот там есть формула вычисления этой территории, то есть она связана с количеством жителей, с площадью дома и, соответственно, вот какую-то территорию на карте закрепили за каждым домом. И в свое время КП ЖКЦ нанимало, ну, частное лицо, которое нам, ну, и соответствующие документы, которые имеет, они тогда нам определяли на этой территории твердое покрытие и газоны, для того, чтобы можно было включить эти территории в тариф, то просчитать тариф на их уборку. Вот. Вопрос сейчас очень остро в чем? Никто не хочет платить лишние деньги. Но для того, чтобы убирать мусор, для того, чтобы чистить снег, посыпать территорию, да, придомовую песком, песчано-соляной смесью, надо, чтобы кто-то это делал. У города денег, вот если я правильно помню, мы считали в прошлом году, потому что давали такое депутатское поручение нашей группы, просчитали, по-моему, 3 или 4 миллиона надо на город для того, чтобы эти территории обслуживались за счет бюджета города. Ну, вы же понимаете, да, сколько у нас мест, скажем так, куда девать деньги, и не все готовы, скажем так, тратить эти деньги именно на придомовые территории. Это без учета общегородских территорий, это чисто на придомовые территории. Если с общегородскими, это миллионов 10-12, только на уборку всего города. Естественно, пока жители согласны, условно согласны, заключив договора и платя в квитанциях деньги за уборку этих территорий, управляющие компании или ЖКЦ, да, вот как исполнитель
услуги в свое время, они убирали эту территорию за счет жителей. Естественно, я ни от кого не скрываю, и если жители все-таки когда-нибудь упрутся, да, что называется, и скажут о том, что мы не хотим платить за уборку придомовых, условно придомовых территорий деньги, то либо они будут вообще не убираться, потому что управляющая компания за просто так их делать, эти работы делать не будет. Либо, с другой стороны, у нашей власти, ну, в частности, у депутатов появится интерес вынести этот вопрос на сессию, выделить эти 10 миллионов откуда-то забрав для того, чтобы проплатить эти работы. Ну вот оно как-то так. То есть этот вопрос юридически он сейчас не решаем. То есть вопрос просто в том, кто за это будет платить. Ну, повертаючись до программ, от є якісь програми, куди може звернутися словотичанин, написати якусь там, наприклад, нам потрібна лавочка під домом. А ви маєте в виду по благоустройству? Да. Конечно, есть. У нас есть как минимум две программы. Здесь очень бы хотелось, чтобы все жители понимали о том, что они могут и должны очень тесно работать, в первую очередь, со своими депутатами. Потому что депутаты представляют какой-то округ, особенно по которому они избирались, и они могут напрямую обратиться для того, чтобы их проблемы, в частности, лавочки, дорожки, освещение, внесли в общие программы и выделили на это деньги. Мы очень плодотворно, кстати, в этом плане работали в прошлом каденцию, потому что вплоть до того, что депутаты ходили по своим участкам, записывали каждую ямку, каждую скамейку, плавно мы переходили в работу с уполномоченными по домам, это тоже хороший механизм, и составляли перечень работ по городу именно в программе благоустройства, это одна из программ, куда можно внести такие вопросы, и в программе 100 дребниц. Она тоже программа благоустройства, но якобы там выделяется 260 тысяч каждый год на решение мелких вопросов, где-то там гвоздик забить или дощечку поменять, вот в таком плане. Угу. В той же такой социальной мережі Facebook останній місяць спостерігаю такий собі конфлікт між мешканцем Київського 11 і головним архітектором за сумісництвом депутатом Дмитром Баглаєвим. Ситуація яка? Мешканці свого часу відмовилися від сміттєбаків, сміттєпроводів. Їм сміттєбаки винесли на прибудинкову територію, потім з'явився павільйон для сміття. Через певний проміжок часу вони хочуть повернути сміттєбаки назад до свого під'їзду. Наскільки вам відома ця ситуація і от ваш погляд на неї, хто тут правий? Мне известна ситуация, учитывая то, что мы обслуживаем этот дом Киевский 11, но ситуация немножко не так. Жители вопрос у них был не в том, чтобы вернуть или не вернуть, вопрос в том, что когда поставили павильон прямо возле дома, во-первых, было нарушено правила пожарной безопасности, потому что там разворотный карман, и если, не дай бог, скорая или пожарка, или проблема с вывозом мусора, то там негде развернуться. Павильон занимает всю площадь, это один нюанс. И второй нюанс в том, что там возле этого павильона постоянно куча мусора. Из-за несвоевременного вывоза мусора по графику, то есть мусор крупногабаритный должен вывозиться раз в неделю. Он вывозится либо по мере того, как подрядчику платят деньги КПЖКЦ, да, например, или второй вариант, когда появилась свободная машина или, скажем так, она перестала быть в ремонте. Да? Вот, тогда вывозится этот мусор, но из-за того, что график нарушается, объемы увеличиваются, и постоянная свалка под подъездами. Я не знаю, в каком году, наверное, 88 или 89 даже год был, когда заварили в этих третьем и четвертом подъезде эти мусоропроводы. Их баки, два бака, вынесли за пределы дома, за аптеку. Им хватало этих два бака по объемам. Со временем аптека начала сдаваться в аренду, плюс там водоканал поселился, кафе, если вы помните, там было. Естественно, опять же, туда же в эти же баки носили, так как они в ближайшей территории единственный, кто отдельно стоит, не в доме, то туда носили и фок, и бассейн. То есть весь мусор спускался в эти баки. И из-за этого, опять же, мусора было столько, что, опять же, получалась свалка. И жители начали возмущаться. Тогда решили, что давайте мы уберем эти контейнеры и поставим этот павильон. Это будет хотя бы визуально красиво и так далее. Но из-за того, что нарушилось, объем-то мусора он остался, а поставили только один бак и несвоевременный вывоз, и получилась вот эта проблема с постоянной свалкой под подъездом. Жители начали теперь возмущаться. Но вот в ближайшее время уже мы поставим по требованию. Они написали в исполком письмо, было собрание, это все договаривались, решали. Это года два, наверное, назад было. Тогда вот тоже даже видео, по-моему, Баглаев снимал. Вот. Сейчас они исполком, именно отдел благоустройства. Почему именно они? Потому что вывоз мусора – это часть правил благоустройства.
То есть архитектура наша с благоустройством – это один отдел. Вот. В связи с этим они дали ответ, что павильон перенесут, но надо решить вопрос с баками. Лично я выносила вопрос по поводу выделения денег с бюджета, с местного бюджета на эти два контейнера. К сожалению, в позапрошлом году, это 19-й год был, нам не додали три контейнера, два из них, которые были на этот дом. Проблема осталась теперь, когда прошло опять два года, решили каким-то образом все это вернуть назад. Ну вот вроде как, я так поняла, добились, потому что два бака нам обещают вот день-два и поставить. Добре, ви входите до складу комісії з питань законності та правопорядку. Минулої каденції ви навіть очолювали цю комісію. На вашу думку, якою наразі є зараз ситуація в місті з правопорядком? Тому що ми пам'ятаємо, що не так давно Славутич з певною періодичністю з'являвся на шпальтах кримінальних. Так? І знову ж таки, сюди ж питання, наскільки ефективним і якісним в місті є відеоспостереження, на вашу думку? Ну, смотрите, судить о состоянии правопорядка сложно, потому что, в принципе, ничего не поменялось, просто в какой-то период это все скрывалось, а теперь это стало на слуху, появились соцсети, и это все начало просто выливаться. И люди начали более, люди поменялись за последние годы, люди стали более коммуникабельны, они начали более на все обращать внимание, возмущаться, и из-за этого это все, ну, как бы, начало отображаться в каких-то там фейсбучных, да, перепитиях. То есть мы все это увидели. Хотя на самом деле ситуация, какая была, такая и осталась. У нас проблема с наркоманией, у нас проблема с тем, что в наркоманию начинают втягивать со школы еще. И мы тоже в прошлой каденции, Борисов предлагал по поводу тестов добровольно, помните? Тоже оно же так все и заглохло. Хотя это тоже это действенный механизм, потому что если делать программу комплексную, например, и начинать от, перед этими тестами проводить ликбез, что называется, с родителями, то это все в комплексе дало бы очень хороший результат. Плюс еще охрана школ, где постоянно идется видеонаблюдение, есть охранники. И я думаю, что результат... Нам надо воспитывать наших детей, прежде чем потом бороться с наркоманией. Потому что мы же знаем все, где у нас продают, но полиция, к сожалению, на это все не реагирует. Они ссылаются на то, что у них нет сотрудников, нет механизмов воздействия. Криминально-процессуальный кодекс прописан так, что для того, чтобы получить доступ там, к изъятию и так далее, это все сложная процедура, все знают, все прячут, всех предупреждают, да, у них не получается. Это проблема, это юридическая проблема, ситуация не поменялась в лучшую сторону. И я боюсь, что это не поменяется на ближайшее время. То есть здесь надо привлекать больше общественность, здесь надо привлекать больше, делать какие-то вот действенные механизмы, которые бы предупреждали ситуацию, а не решать ее. И еще стосується відеоспостереження. Відеонаблюдение. У нас в последнее время очень хорошо начали так вот развивать эту сферу, устанавливать. Если в плане ознакомления, то, наверное, да. Если в плане предупреждения, то, наверное, нет. Опять же, когда мы вводим пульт, например, в ЖКЦ на АДС, где сидит одна женщина, да, и у нее просто нет времени, отвечая на звонки, параллельно отслеживать камеры, результата не будет. Когда мы это делаем в полиции, и там то же самое, сидит один дежурный, а там надо постоянно просто отслеживать камеры, увидит, не увидит, я сомневаюсь тоже. Поэтому в плане, если вдруг что-то случилось и надо просмотреть потом, да, это действенно. Если предупредить что-то или отреагировать сразу же, когда это все происходит, сомневаюсь. А чому, власне, с боку полиции саме так, ну, таке відношення? Можна ж було дійсно попередити якісь випадки? А здесь не... Вы знаете, вот мне... С одной стороны, обидно, или я не знаю как. Мы все говорим о том, что полиция не работает. Наверное, она работает, просто она работает в том объеме и в тех рамках, в которые их поставили. Если вы знаете, у нас же сейчас для того, чтобы пойти в полицию работать, это же надо пройти целую там процедуру через бровары, потом это все там конкурсы, переконкурсы и так далее. То есть каждый человек не пойдет. Плюс еще к этому, по реформе резко обрезали, ограничили штат. И поэтому у нас просто не хватает людей для того, чтобы создать вот эту вот систему, да, работы полиции, которая была бы действенна именно в маленьких городах. Якщо говорити про якість цих камер,
Достатньо вона для міста чи ні? І їх кількість? Я, чесно говоря, я її не пользовалась, їй вот в качестві как інструмента что-то найти или что-то отследить, не пользовалась. Если посмотреть, как у нас что-то там происходит, Facebook выкидывают, то вроде как видно, да? Если отследить этот, я знаю, что уже большая часть камер уже устарели. Уже можно было бы развивать и устанавливать больше, но на это все, опять же, нужны деньги. Это приоритеты, это деньги, это работа исполнительного комитета, но в любом случае это надо выносить на сессию вопрос и доказывать, что это надо уже менять. Хотя мы еще не довели до конца изначально, что ставили. Зараз же ни для кого не секрет, трошки про политику, что політична партія «Опозиційна платформа «За життя» і партія «Слуга народу», власне, на рівні області, і в тому числі нашого міста, об'єднали свої зусилля. Як ви ставитесь до цієї ситуації, до такої колаборації, і чи наскільки довгостроковим є цей союз, і чи могли ви припустити такий союз ще рік там тому, наприклад? Смотрите, вопрос очень интересный, но мне не очень нравится, как вы его сузили. Вопрос не в союзе со слугами народа. Меня очень трудно, например, заставить с кем-то дружить, если я не хочу. Ну, я так утрированно, да, по-простому вам скажу. С другой стороны, я не вижу, как юрист, каких-то механизмов, которые бы повлияли на низшее звено партии и заставили бы человека сделать то, что он не хочет. Ну, это очень сложно. То есть есть общая политика, есть какие-то общие договоренности, но заставить, ну, это сомнительно. Что касается вот нашего города, да, мы до того, как был вопрос по поводу вот этого, вы, я так понимаю, объединение имеете в виду в выборе секретаря, правильно? Mm-hmm. В тому числі. В тому числі. А потому що остальное все було робочий момент. Ну, давайте дійдемо по порядку. Якщо ми говоримо о виборі секретаря. До того, як вообще вопрос в виборі секретаря возник на сесії, да, було несколько пленарних засідань. Плюс к этому было много, скажем так, не несколько даже, а много встреч со всеми политическими силами. Вот я лично участвовала в трех встречах с разными политическими силами по поводу того, как мы будем работать в дальнейшем. У нас, к сожалению, амбиции у многих депутатов намного выше, чем интересы города. То есть, когда тебе говорят, ты с человеком разговариваешь, тебе говорят, что я буду секретарем или никак по-другому, или я не буду голосовать, или вас поддерживать не буду, ну давайте оценим, почему. У нас с секретарем, вот в моем понимании, да, если Борисов, например, Владимир, занял второе место как мэр города, второе место, да, то есть у них там 17 голосов в разрыве, и то сомнительных 17, потому что я в судах участвовала, я знаю, как там все было, вот, но это отдельная история. Вот, если мы говорим о том, что люди выбрали еще человека, который довольно имеет высокие рейтинги в городе, почему он не может быть, например, секретарем Рады? Ну, это было бы логично. Если приходит со стороны человек, который не работал в органах исполнительной власти, не в органах законодательной власти, в частности, в горсовете, не понимает вообще ничего в этой сфере, но говорит, я хочу тоже быть секретарем. Почему? Амбиции. Мы не будем с вами дружить, потому что вы не хотите с нами договариваться. Вот. У нас возник вопрос, либо мы идем на компромисс вот такой, да, потому что для Борисова, чтобы вы понимали, это же тоже было ого-го, как непросто, учитывая весь его, вот, да, все его амбициозные планы на мэрство, плюс еще к этому понимание того, что он знает лучше, чем большинство кандидатов, которые хотят на эту должность. Вот, это так красиво попыталась сказать. Вот, поэтому для него это было очень большое решение. Такое очень, очень большое решение. Да, вот именно так. Вот, но он на это решился. Мы разговаривали. Я говорила о том, что я сомневаюсь в этом, в правильности этого решения. Но взвесив все за и против, мы решили, что чем показывать свою фе и блокировать перед бюджетом, чтобы вы понимали, если бы это не конец года, возможно бы все было по-другому, блокировать перед принятием бюджета работу всего горсовета, а все остальные политические силы, в принципе, на то и пошли. То есть, когда у нас получилось не пропустить порядок денный, потому что мэр уперся на первом пленарном заседании, да, все так воспряли и начали все договариваться. А дайте мне это, дайте мне то и так далее. Все начали бегать и договариваться. И сказали о том, что либо вот так будет, наш секретарь, наши такие-то комиссии, либо никак по-другому.
И стал вопрос. И мы выбрали, да, выбирая между принятием бюджета, работой горсовета или своими личными, скажем так, амбициозными планами, решили все-таки выбрать первое, да. Ви досить активний користувач у Фейсбук. У коментарях можна знайти як власне слова вдячності вашій партії і вам особисто, так і критику на вашу адресу. У продовження от теми, як ви ставитесь до негативних коментарів і власне до того, коли вашу партію звинувачують у так званому зраді по відношенню до ваших виборців. Наталья Гантимурова, конечно, неоднозначная личность, потому что, ну, есть своего рода наработанная репутация, да, хотя я лично с ней не сталкивалась вот в делах, и я не могу оценить ее личностно. Вот. Но есть наработанная репутация, и в любом случае, если мэр, первый мэр выдвигает свою кандидатуру, то надо либо... Я сейчас это на камеру зря скажу, но надо либо всем остальным договариваться, чтобы ее не пропустить, либо фактически принимать его кандидатуру и работать дальше. Понимаете? То есть там выбора нету. Там не получается так, что давайте мы здесь как-то аккуратненько пройдем, а потом мы своего выдвинем. Не получится. Либо так, либо так. Поэтому я не считаю, что это предательство по отношению к избирателям. Мы не подписывали никаких меморандумов, на нас никто не давит сверху, не заставляет голосовать какие-то вопросы, которые противоречат интересам города или интересам жителей, или каким-то образом не соответствуют тому, что мы обещали жителям. То есть ничего этого не происходит. Мы планомерно пытаемся сейчас выполнить все, что мы понаобещали, да, что мы можем выполнить в сфере того, что у нас нету своего мэра, но есть депутатский корпус. Мы пытаемся в интересах жителей работать, принимать. Мы же бюджет, чтобы вы понимали тоже, что он же не принят, потому что мы договорились. Он проработан 2 дня. Мы на регламентной комиссии сидели со всеми представителями, кто входит, например, да, в нашу комиссию, это от разных партий. То есть сидели... День, наверное, мы сидели, с утра до вечера. Сидели на регламентной комиссии, мы изучали фактически все программы, бюджет и так далее, все циферки. То есть все, что у нас вызывало сомнения, мы сняли. На следующий день начала работать бюджетная комиссия, где то же самое, были представители от разных партий. Вот если посмотреть сессию, претензий-то нету, потому что Соколова Елена Владимировна, которая сейчас глава бюджетной комиссии, она не тот человек, который циферками поступится. Вы понимаете, она дотошная до ужаса. Вот, и она все цифры проверяет. То есть она может их как обосновать, так и, если они не обоснованы, их снять. То есть у нее не работает беспринципность в плане того, что давайте просто руку поднимем. Проверит все. И когда люди говорят о том, что вы принимаете бюджет, он какой-то не такой, или вы договорились, давайте конкретику, докажем, почему эта цифра принята, почему эта цифра не принята. То есть в данном случае никакого предательства по отношению к жителям нету совершенно. Что касается критики, я очень, учитывая то, что я работала и работаю в коммунальной сфере, я очень спокойно отношусь к критике, если она без оскорблений. И очень люблю, когда люди, которые говорят какие-то вещи, да, то есть в чем-то критикуют, они говорят конкретику. Вот меня сейчас в Фейсбуке очень часто говорят, как вы задолбали со своими фактами и конкретикой. Давайте, если мы критикуем, говорить, в чем проблема. То есть всегда можно это исправить, всегда можно сделать что-то по-другому, если я понимаю, в чем проблема. А когда меня в чем-то обвиняют, вот как сейчас, вы во время избирательной кампании всех поливали грязью. Я говорю, если создается 20-30 ботов в Фейсбуке, и каждый пытается по умолчанию под кого-то подходить, это не значит, что это я писала. Я не тот человек, который в открытую не может сказать другому человеку то, что о нем думаю. Вы сами тоже на том же Фейсбуке вы видите. То есть, если у меня есть претензии, я скажу все претензии в лицо. Если у меня их нет, я никогда не буду за ботами прятаться или каким-то образом прятаться от критики. Поэтому в данном случае к критике отношусь хорошо, но считаю, что она должна быть конструктивной. Да. Угу. Зараз модно стало говорити про стратегію, дорожню карту, якийсь план дій. От, власне, у вас і представників вашої партії є такий план дій? І навіть не лише у представників партії, а взагалі у депутатів нового скликання. Є цей план дій розвитку міста Славутича? З чого ви плануєте починати? І що, власне, хочете зробити за ці найближчі 5 років? Вы знаете, я немножко в другом ракурсе хотела то, что сейчас отвечу, сказать, но, в принципе, оно к этому тоже будет подходить.
Дело в том, что любой план действий, он, его, возможно в нем поучаствовать, его создать или его реализовать, если ты находишься на определенных должностях. То есть когда у тебя есть мэр и когда у тебя есть большинство в горсовете, ты способен наладить работу исполкома, протолкнуть в хорошем смысле, да, эту какую-то свою идею, какой-то свой план, какую-то свою стратегию, и это принять горсоветом, и реализовать ее исполкома. То есть если у тебя какое-то звено не работает или оно не твое, считайте, что мы на ближайшие 5 лет просто замрем в каком-то сталом состоянии таком, да. То есть мы не сможем двигаться никуда, потому что у каждого свое мнение, каждый, идя на выборы, предлагал что-то свое. Плюс к этому у нас не совсем должным образом есть вот взаимосвязь между исполкомом и горсоветом, и поэтому даже решения, которые принимаются горсоветом, либо не так, либо вообще не реализовываются исполкомом. И это большая-большая проблема в городе. Поэтому планы-то были, но они были с расчетом на то, что Борисов станет мэром. И мы будем в депутатском корпусе. То есть такая ветвь, и плюс еще поддержка сверху, да, на уровне района и области, она бы давала больше эффекта и больше результата, чем сейчас мы просто депутаты, там, 7 из 26. Да? Вот. По поводу, что мы сейчас можем сделать, мне кажется, мы бы хорошо поработали, и я уже в этом плане, там, мы готовим уже информацию, закинули, я собираю сейчас информацию, в этом плане готовим программы. Это вопросы медицины, там есть над чем работать, и это не связано с глобальными какими-то моментами, это связано с узконаправленностью, здесь и там есть по направлениям заболеваний, с чем поработать. Это вопросы спорта, есть интересное направление спорт инвалидов, да, и мне очень хочется попробовать реализовать в городе спортивный интернат, учитывая то, что у нас каким-то образом все равно будет меняться система образования, и одна из школ, скорее всего, хорошо, если одна, будет закрываться. Закрывать ее нельзя просто закрывать, потому что это будет еще один недострой в центре города. Ее все равно надо будет либо тратить на нее, на коммуналку, на ее содержание деньги, либо во что-то ее перепрофилировать. Вот. И мне кажется, учитывая то, что у нас есть ФОКи, ДЮ США и вот хорошо развит спорт, на базе одной из школ сделать именно спортивный интернат. Но это моя такая мечта, я не знаю, насколько получится ее реализовать. Саме для инвалидов? Нет, взагалі. Это вообще. Часть наших детей, которые занимаются спортом, спокойно могут в ней учиться. Он может быть на уровне не только, там, например, области, на уровне государства. Да? То есть вот если вы проанализируете эту сферу, то в некоторых, их не так много, этих интернатов, которые постоянно работают в спортивной сфере. То есть, например, мы берем, условно говоря, у нас там хорошо батуты развиты, да, мы по этому направлению, то есть обучение есть обыкновенное, как школа, и обучение спортивное. Дети, например, проживают там постоянно, и они, занимаясь спортом, их можно готовить, да, там, на соревнования, на более высший спортивный уровень, они еще параллельно учатся в школе. То есть вот в таком плане это поработать. Есть много наработок по поводу благоустройства и тоже программы. То есть относительно тротуаров наших, дорожек и так далее. Это больная проблема. И мы готовим программу по этому плану. Освещение по благоустройству, вот если. Ну и вот решение каких-то таких, знаете, ежедневных проблем городских. То есть в этом плане будем работать. Что касается глобального развития, вот я почему готовилась, почему я говорю, что готовилась, хотела в другом ракурсе ответить. Обычно вы задаете вопрос, как привлечь инвестиции, что вы для этого сделали. Вот я вам хочу сказать, невозможно в город привлечь инвестиции и что-то для этого сделать. Объясню почему. Потому что инвестиции в каком плане? В денежном плане? Это должен быть какой-то глобальный проект, да? И надо искать тех, кто выделит под него деньги. В наше время с нашим кризисом, с нашими гарантиями, навряд ли это получится. Мы все это понимаем. Если мы говорим об открытии чего бы то ни было, какого-то производства, то в этом плане надо две составляющих. Первая – это чтобы в этом плане все работали. То есть постоянно искали, постоянно запросы. А вы не хотите ли у нас? А мы вам предложим такие-то льготы. А то-то, то-то, то-то. Давайте вы к нам и так далее. Потому что все равно же открываются какие-то производства. Люди ищут места, где это открыть. У нас есть, там, например, рабочие места, да, льготы по
земле, там, льготы по аренде. Ну, я сейчас так, примерами вам договорю. То есть мы зазываем сюда тех, кто у нас что-то будет открывать. А вот второй нюанс – это наши договорные отношения. У нас здесь тоже проблема, потому что приезжая к нам, а у нас, чтобы вы понимали, за 30 лет было несколько проектов, начиная от фармакологического завода, заканчивая оборонным, там тоже хотели филиалы открывать, да, то есть у нас были моменты, но, к сожалению, руководство нашего города честно идти на то, чтобы просто создать, а потом уже каким-то образом там делиться, скажем так, не хотят. Поэтому там были тоже нюансы, когда просили заплатить столько, что те, которые приезжали, не готовы были платить. Ну, это вот если вот так все свести, суммировать. Поэтому если мы не придерживаемся своих договоров, да, договорных отношениях, если мы не заботимся о своей деловой репутации, если мы не готовы сначала дать возможность заработать, а потом уже, как я говорю, на прибыли что-то там искать пути заработка, то, наверное, никто к нам и не придет в таком случае. Поэтому вот все зависит от того, кто у руля. Если они способны это сделать, значит, они будут. На уровне депутатского корпуса это невозможно. Хто би вам що не обіцяв. Угу. І наостанок питання. От, власне, вчора була сесія з приводу тарифів. Прокоментуйте цю ситуацію. Чи вирішить оцей лист якось кардинально цю ситуацію саме в Славутичі? З урахуванням того, що ми всі розуміємо, що в нас електроплити, тому до нас має бути, так би мовити, особливе ставлення. Ну, у нас там три, на самом деле, есть направления, которые сняли. Это то, что убрали вот эти 100 киловатт по 90 копеек. С плитами мы так и не добились за столько лет ничего. Там тоже льготные 250 должны быть. И плюс сейчас же проблема в том, что те, кто на электроотоплении, у них же убрали вот эти льготные 3000 киловатт тоже. Вот. Обращение, сегодня дописывали текст, да, обращение мы отправим, почти с половиной там, тысячи людей подписали его, были две встречи возле исполкома, но если честно, то я очень сомневаюсь, что это даст какой-то такой позитивный результат. Если это будет глобально по стране и, ну, как бы, что называется, власть испугается, то да, возможно. То есть это будут глобальные такие возмущения жителей, да, всех городов, с требованиями конкретными и так далее, то возможно. Если это будет на уровне «наша Мискарада отправила», то навряд ли кабинет министров обратит внимание на город Славутич. Навряд ли. Вот. Вот вчера мы озвучили как бы идею о том, что если вдруг реакции не будет, надо выходить и каким-то образом перекрывать что-то для того, чтобы... я просто не имею права это говорить вслух, да, но чтобы вы понимали. Надо более радикальные какие-то меры для того, чтобы нас услышали, скажем так. По факту вопрос с тарифами, он сейчас для всех актуален. Да? То есть электроэнергия, газ газом, но у нас минималка поднимается, и все тарифы, они автоматом должны будут расти. В тарифах, где есть и минималка, и по факту газовые электросоставляющие, они поползут очень сильно. Мы, вот у нас сейчас управляющая компания, да, и тоже мы встали в такой же, как это сказать, коллапс от того, что нам, с одной стороны, надо людям повышать заработные платы, а с другой стороны, мы понимаем, что если еще и мы будем повышать, то люди вообще просто, ну, сойдут с ума, да. Поэтому пытаешься каким-то образом сократить расходы, где-то каким-то образом аккуратно пройти этот кризисный путь для того, чтобы дать возможность порешать те глобальные моменты с отоплением, с электроэнергией, то, там, где жизненно важные отрасли, где сейчас на данный момент для людей повышение смерти подобно. Я просто про то, что все равно, и мы в той же ситуации, когда законодательство меняется, гарантии должны у людей быть, да, а предприятия, ну, не могут і морального права не мають повишати ці тарифи. Угу. Добре, дякую вам за цікаву розмову, словотичанам за увагу і бажаю вам плідної праці. Спасибо большое, до свидания.